Ой-ой-ой, как красиво. Голуби. Голуби. Вот они еще летят. Не видно. Я встала здесь не на месте. Добрый день. Добрый-добрый. Я иду к вам. По поводу? По поводу, мне нужно вот эту вот рыбочистку. Сейчас. Цвет имеет значение? Так, красный, синий и желтый, да? Да, давайте желтый. Зеленая есть? Да. Сказали, любая, лишь бы хорошо чистила. Чистить будет отлично. Это точно, я уже сама знаю. Не раз пробовала и вообще пользуюсь. Да, любую какая там. Сказали, значения не имеет. Ну, самая такая солнечная. Да, давайте желтенькую. Желтенькую, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Я уже на свой вкус выбираю. Чистит, да, рыба очень хорошо чистит. Великолепно. Попробуйте. Любую, и мелкую шелуху, и крупную, любую рыбку. Хорошо. Чешуя практически не разлетается. Да? Очень удобно, самое-то главное. И быстро, и раз-раз-раз прямо. Я ножом быстрее почищу. Ну, тут выбор как бы, да. Кто как, да. Вас наступившими праздниками. И вас тоже. Да, еще хотели спросить у меня, какой у вас номер палатки вашей, как называется? 255А, рядом с павильоном свежей рыбы. А вот, вот вижу, вот 255А, все. Да, или вот а вот вывеску еще можно нажать. Да, вот еще есть, вот здесь вот. Телефон. А, да, и есть номер, да-да-да, вот даже номер телефона, вот так покажу поближе. Можно даже позвонить. Можно звонить, разрешили. Звоните, отлично. Овощной рынок. Вот если идти по проходу, получается палатка с левой стороны. Да, одна сторона чистится, другая. Ой, я ведь забыла, меня же еще просили вот эту вот подставочку для зубочисток еще. Да, вот ну, эту пожалуйста, вот эту вот, да, классная, удобная, да. Все, сколько она стоит, я уже забыла? Она 150 рублей. 150, да, все, беру, беру. Отлично. Хороший у вас павильончик. Проверим. Прямо замечательный, сразу. Да, давайте. Как хорошо, и сразу с зубочистками. Очень удобно. Коробочки хоть на презент, так кому-то хоть маленький подарочек. Да, конечно, удобно, удобно. Да, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я нахожусь на центральном рынке на втором этаже. Вот внизу первый этаж рынка. Там павильоны с продуктами. А на втором этаже хозяйственные павильоны. И здесь есть столовая Улугбек. Столовая работает с 8 до 16 часов ежедневно без перерыва. Я здесь встретилась со своими знакомыми, и мы решили посетить эту столовую. Есть комплексные обеды. Комплексный обед. Борщ, пюре, котлета, компот, чай, хлеб 225 рублей. И еще комплексный обед. Тоже также 225 рублей. А здесь шурпа, плов, компот, чай, хлеб. И меню. Меню этой столовой. Компот в ассортименте 25 рублей. Салат Цезарь 75 рублей. Так, и второе, это, видимо, на вынос с собой. И еще здесь есть меню. Большие порции шурпа 170 рублей. Борщ, чучвара или чучвара, я не знаю, как правильно. Лагман. Плов, манты, поджарка 80 рублей, пюре 50 рублей, котлета куриная 50 рублей и горячие напитки, чай, кофе, чай с лимоном. Столики, вешалка, мы уже разделись. Да. Ну, мы заказали комплексный обед и ждем.
Так, это что? Это шурпа. Это шурпа. Я люблю шурпу, и сама. Такие большие порции, да? Узбекскую кухню, бег, не забудь. Я люблю узбекскую вообще. Сейчас лучше. Какой у вас здесь хороший, красивый интерьер. Столовая такая небольшая, аккуратненькая, чистая. Так, что вы нам такое вкусное принесли? Я люблю. Действительно, порции такие, да? Приятный аппетит. Спасибо. Посмотрите, девочки, какая красота. Порция, да? Плов. Да. Шурпа, плов. Вкусно. Помидоры, огурцы, хлеб, сок. Красота. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. Такая шурпа. Мясо. Сколько там мяса? Какой кусочек приличный, да? Да. Отлично. Я об этом не знала. Я не знала. Вообще не знала про такую столовую. Да. Случайно. Очень хорошая. Классно, вообще столовая хорошая. Спасибо большое за обед. Очень все вкусно. Нам очень понравилось. Столовая прям замечательная. Кто бы мог знать, что она здесь находится? На втором этаже в центральном рынке. Вообще классно, здорово. Спасибо вам большое, очень вкусно. Нам очень все понравилось. Заходите, всегда рады. Спасибо. Да, оказывается, вот это вот маленькие порции. Ну, так как мы сегодня кушали, да? Да, потому что не осилишь. Ну да. А вот там, на том меню, там большие порции. Все понятно. Так, а вот это теперь что? Все ясно нам. Ага. А это второе, это с собой. С собой на вынос, да. Салаты, салаты уже разобрали, уже ничего нет, салатика, все съели. Все, спасибо. 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 Очень вкусно. Спасибо. В комментариях вы меня спрашивали, как я готовлю рыбу камбалу, кроме того, как я ее жарю. Камбалу я сегодня жарить не буду, так как делала всегда обычно, а приготовлю ее в микроволновой печи. У меня есть пароварка, я на дно налила водички. Так вот ее видно. Ставлю вставочку. И кладу рыбку. Здесь у меня две рыбки. И вот так вот я ее уложу сюда. Рыба у меня без соли, но я ее сверху посыплю слегка, вот так вот немножко, приправой. А в приправе чуть-чуть соли есть. И этого будет достаточно. Вот буквально чуть-чуть для вкуса. Накрываю крышечкой. И все. И ставлю в микроволновую печь. 5-6 минут включаю и все. Так, все готово. Как хорошо пахнет-то. Все, 5 минут и ничего не надо жарить. Красота, милое дело. Ужин готов. Нежнейшая, вкуснейшая получается камбала. Это просто вот пальчики оближешь. Классный будет ужин. Этот видеоролик мне прислала подписчица Алла Губкина из города Усть-Лабинск, Краснодарский край. Посмотрите, какое количество осадков в виде белого, красивейшего, пушистого снега. Настоящая зимняя сказка. Спасибо большое, Алла. Вот так. Краснодарский край, город Усть-Лабинск. 20 января 2022 года. Вот так у нас снег лежит.
Вот так, целую неделю. И чем у нас, как сказать, себе не Сибирь, не Урал, пожалуйста. Ну, бедные яблоньки. Все, стояли почти почки набухшие. Опять яблок не будет. Вот такое у нас. Такой у нас январь, такая зима. Я пришла в гости к соседке Людмиле и хочу показать отопление, которое называется газ-форсунка. Вот оно как слышно шумит. Сейчас. Ого, открыла. Ага, видно там вот газ. Труба газовая, газ подается, и все это горит и нагревается. Но тепло, я вот зашла, сейчас сижу, очень тепло, правда, Люда? Очень тепло, хорошо. Там, в принципе, что, тут только черкнуло все, да, спичкой? Или лучинкой какой-то, или чем? Спичкой? Можно спичкой. Спичкой можно, длинной спичкой можно зажечь. Ну, а сейчас вот, наверное, не надо выключать, оно все время же горит, да, включено? Постоянно. Можно только, наверное, убавить, да? Убавить можно, да. Можно, да, убавить? Ну, тепло, очень тепло. Оно вот получается, вот эта вот печка, она греет, на обе комнаты обогревает. И в доме очень тепло, хорошо. Даже жарко, я вот сейчас зашла в кофте, и как бы мне жарко. И поддувало есть. Вот оно поддувало. И вот так вот. Это и есть газ-форсунка. Люда, а как оно по цене вот выходит, по деньгам? Здесь за квадратный метр берется. А, за квадратный метр берется, да? Ну, оно недорого получается, по-моему, оплата, или, да, за месяц? Вот сейчас Лена платила 2228 рублей. А, это за месяц? 2228 рублей, да? Ага, ну оно пока, наверное, как бы включено и включено, сколько, без счетчика, пока без счетчика. Вот. Ну его газовщики проверяют 2 раза в году, вот этот вот газ-форсунку. 2 раза в году проверяется все, это все официально, это не просто так, это все официально. Нет, да, это все официально. Это еще когда первые ставили, да. Газ когда только начали проводить, вообще вот что это, Украине я первое увидела это в 80-м году, когда я на Украине жила. В 80-м году я только узнала, что люди отапливаются газом. Да, я тоже здесь только в Ейске вот видела вот такую газ-форсунку. Вот она. Вполне возможно, что это также с 80-го года. Представь-то, сколько лет, и все вот оно обогревает, и ничего с ним не делает. Ничего абсолютно, да. Но зато, когда надо, включил, оно всегда вот при себе. Правда? Да. Отлично. Ну, еще хочу переделать. Все равно. Ну, да. Ну, потом уже, когда будешь делать ремонт, и потом можно будет переделать и поставить газовый котел, и тогда уже убрать просто вот эту вот, не и все. Хочу, а можно оставить, пусть она будет. Пусть будет. Газ уберу, а саму печку оставлю. Да? Потому что вдруг когда-то что-то. Ну да. Закончится, у нас печка есть. Да, он печка есть. Ну тепло, действительно, в доме тепло. И пол теплый. Она места много не занимает. Нет, абсолютно. Но греет хорошо, прекрасно. И такой мне нравится, прям знаешь, вот это вот. Да, вот именно. Вот это же. Ну это ж можно вечно смотреть. Вот прямо такое удовольствие там в дырочку в эту заглянуть, посмотреть, что там делается. И шум такой прям приятно. Ну я здорово. Я добавляю, еле-еле на ночь, а днем просто что. Ну вот сейчас пока зима, а потом потеплее будет, уже можно будет. Где надо включила, где выключила. Однозначно. И все, без проблем, хорошо. Вот даже температура на градуснике в доме 27 градусов тепла. Вот с форсункой, да, представляешь? Ташкент. А, жара. Классно. Как это хорошо, когда в зимний период времени
квартирах и в домах тепло. И пусть у нас у каждого на душе будет тепло. До скорой встречи. Завтра увидимся.